Джамали – это не просто 14-летний школьник, который танцует грузинские танцы, живет во дворе со средневековыми башнями, пасет своих трех коров на пастбищах высоко в горах и пишет стихи на сванском. Джамали – это часть Сванетти, судя по всему, неотъемлемая. Восьмиклассник уже решил, не он поедет смотреть мир, а сделает все, чтобы мир приезжал смотреть Мастию. Мне нравится жить в своей деревне. Я очень люблю эти места. Я тут родился. Хочу провести всю свою жизнь вместе. Я часто встречаюсь с иностранцами и хочу говорить свободно по-английски, чтобы рассказать им, что такое Сванетти. Пока Джамали под музыку втаптывает азиатскими сапогами траву у дома, его сестра Сопо рассказывает нам секреты ручного производства сванских шапок. Сейчас я обрабатываю шерсть, потом положу ее на полотно, потом наматываю это на круглую палку, смачиваю мыльной водой и раскатываю. Когда материал затвердеет, его нужно наложить на форму и закрепить веревкой. Получается шапка. Оставляю ее сохнуть один день на солнце. Потом снимаю с формы, срезаю лишние части и нашиваю шнурочки. Сопо 13, она очень любит танцевать, ухаживать за кошкой и наблюдать за резвой, как собака свинкой. В ее жизни спокойствие и определенность, потому что планы на будущее девочка уже построила. Она поедет учиться в Тбилиси, а через 5 лет вернется в Мастию с дипломом экскурсовода. Но пока Сопо вместе с братом спешат на уроки, чтобы получить достойный аттестат. Тем временем по такой же проселочной дороге в школу спешит Доминик. Именно благодаря нему Сопо и Джамали смогут выучить английский как следует. 40 минут школьного урока проходят без единого грузинского слова. По-английски дети с Домиником изучают все. Сегодня, например, географию. Доминик приехал в Мастию из Кракова. Грузинское государство предоставило ему жилье в семье, питание и платит $300 за работу. Молодой учитель свободно говорит по-английски, по-польски, по-шведски, по-русски, по-грузински, сейчас изучает сванский. Но преподаванием английского школьникам 23-летний лингвист свою миссию не ограничивает. Я также хочу рассказать о европейских ценностях, разнообразии западной культуры. Грузия ведь стремится в Евросоюз, а грузинская культура уникальна, и это должны признать все. Доминику постичь грузинскую культуру помогает сванская семья, и не только через кубдари, которые Этери с любовью готовит для гостя. Георгий и его жена приняли Доминика как своего. И о лете 2011-го, когда молодой учитель покинет Сванетти, предпочитают не думать. Это будет большая трагедия. Мне плакать хочется. Я даже думать об этом не могу. Но Доминик думает не об отъезде, а о жизни. Горная Сванетти к медитации располагает. Анастасия Ханякина, Николас Ртвелиашвили, Георгий Гагуа, Мастия, Сванетти, Кавказ-1.